Управление 2-го армейского корпуса Луганской Народной Республики поздравило военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции на Донбассе. Departemen Korps Angkatan Darat Kedua Republik Rakyat Luhansk mengucapkan selamat kepada para personel militer yang berpartisipasi dalam operasi militer khusus di Donbas pada liburan tahun baru. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 17 Januari 2023. Selain ucapan selamat, tampak dalam rekaman, para prajurit juga memperoleh sebuah bingkisan. Tidak hanya itu, mereka juga mendapatkan sebuah kertas yang berisikan tulisan-tulisan penyemangat dan ucapan terima kasih kepada prajurit yang berjuang. Mereka mengaku sangat terharu dan bahagia atas pencapaian yang mereka lalui bersama sejauh ini. Hari ke-328, Rusia melaporkan secara total 372 pesawat Ukraina dan 200 helikopter, 2.885 kendaraan udara tak berawak, 401 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 790 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Бойових броньованих машин 6204, артилерійських систем 2099, РСЗВ 438, засобів ППО 220, літаків 286, гелікоптерів 276, автомобільної техніки та автоцистерн 4870, кораблів та катерів 17, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1872, крилатих ракет 749, спеціальної техніки 190. Дані уточнюються. Здравствуй, солдат. Я Мазанов Михаил Федорович, кадет кадетского корпуса. Хочу поздравить тебя с наступающим Новым годом. Желаю тебе в новом году вернуться домой живым и невредимым. С уважением, Мазанов. Дорогой товарищ офицер-командир, пишут вам пенсионеры из города Калуги. Обращаемся к вам с просьбой прочитать наше письмо всем вашим подчиненным. Воинам, героям. Мы называем вас всех героями, потому что вы на передовом фронте боев с националистической нечистью. Вы лучшие сыны России. Вы, защищая ее, рискуете своей жизнью. Вы стойко, самоотверженно, отважно защищаете свою родину и всех нас. Хочу поблагодарить всех детей, и не только, всех, кто нас поддерживает в это трудное время. Эти письма очень важны для нас. Спасибо за подарки, угощения. Всех с прошедшим. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.